У нас впереди ожидает череда праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню. И понятно, что длинные выходные. Я бы хотел обратиться к вам с тем, чтобы вы были бдительны, соблюдали все правила безопасности при нахождении на транспорте, на массовых мероприятиях и вообще были бдительны даже возле своего жилого дома. Почему? Потому что ряд мероприятий, связанные с террористической деятельностью организации, они на все готовы. И понятно, что если мы не проявим бдительность, не увидим вовремя брошенный пакет, не увидим подозрительных лиц, не сообщим в определенные органы, то могут быть печальные последствия. Я обращаюсь к вам быть бдительными, соблюдать все правила поведения и правила безопасности при посещении массовых мероприятий, при переезде в другие города на общественном транспорте, да и у себя в жилище. Берегите себя.